Денис, здравствуйте. Я знаю, что 8 декабря заканчивается срок вашего неправосудного приговора, и вы выходите на свободу. У меня нет подобного личного опыта, но то, что я знаю со слов людей, которые прошли той же дорогой, чем ближе к свободе, тем тяжелее и медленнее тянется время. Я знаю, что вы мужественный человек, как и другие жертвы этого политического произвола, но тем не менее, если вы разрешите, я хотел бы вам помочь. Я бы с удовольствием встретился с вами, когда вы вернетесь домой. Может быть, если вы захотите мне написать, получить от меня ответ и передать это через адвокатов или родственников, я тоже был бы очень рад. В общем, я хотел бы, чем могу, помочь вам. Лучше в России за то время, что вы находитесь в заключении, не стало, и дальнейшая жизнь тоже потребует от вас и мужества, и той гражданственности, которую вы уже проявили. Поэтому я желаю вам терпения, я желаю вам здоровья, удачи и надеюсь до встречи.